Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится планшет Blackview Tab 12. И сейчас мы разберемся, как включить резервное копирование на диск Google на данном устройстве. Для этого мы переходим в настройки, спускаемся вниз к разделу Google. Выбираем здесь резервное копирование. И нажимаем «Начать копирование». После чего вводим графический ключ. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!